Давайте континент посмотрим. По континенту сразу могу сказать, да, отличие от ультры на, именно на этих токах. Ведет себя абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. Что касается самого ведения сварки, потому что если нет колебательных движений, а он сейчас практически варит без колебательных движений, это просто прямой шов. Разница будет, ну, абсолютно одинаково. Еще раз ультра новый электрод возьми, пожалуйста. Потом мы попробуем люкса. И покажем главное отличие от люксов. Некоторые с вашей группы уже говорили, что в свое время поставили люкса и не пошли люкса. Ультра пошли, люкса не пошли. Что происходит? 1 числа была заменена полностью рецептура по люксам. Люкса привели в соответствие к монолиту РЦ. Почему? Потому что люкса были по запаху, были вопросы к целлюлозе. Поменяли рецептуру с 1 июня в люксах, рецептура монолита РЦ. Приурочили это к новой упаковке вакуум. МР3-люкс перестал выпускаться в коробке и начал выпускаться в вакууме. Только вакуум, кроме четверки. Это была ультра, да? Да. Ну, первое, ты, кстати, ультра непонятно почему. Вначале, да, токи мы не меняли, и пластина уже нагрелась, пластина, да? Нагрелась. А показала уже, ну, достаточно.